Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий подписал указ, согласно которому запрещена работа торговых точек с 22:00 до 8 часов утра. В формулировке указа говорится о том, что подобное решение принято с целью снижения криминогенной обстановки в Луганской Народной Республике. Особо в документе выделен тот момент, что в числе прочих продуктов запрещается реализация алкогольных напитков и табачных изделий. Следует отметить, что несмотря на в целом спокойную обстановку в ЛНР, на ее территории все же происходят преступления, имеющие специфический для военной ситуации характер. Также, согласно данным Генеральной прокуратуры ЛНР, только с 9 по 13 марта у жителей республики и представителей незаконных вооруженных формирований были изъяты 33 автомата, 11 ручных противотанковых гранатометов, 50 единиц боеприпасов и 5 ПЗРК.